Всем привет, друзья, это первый уровень, мы продолжаем проходить Wolfenstein 2009 в том плане, что мы пропустили одну миссию, она называется «Радиоволна», и вроде как она интересная, поэтому давайте заценим ее. Мы целый день устанавливали эти штуки по городу. Зачем, интересно? Не знаю. Да и знать не хочу. Есть! Вышки готовы! Готовься! Готово? Так точно. Все вышки готовы. Так держать. Шагом марш на базу. Так, ну, перед нами классическая зачистка вышки, я так понимаю. Диджей, нацисты только что включили радиобашню. Мы должны избавиться от нее. Ну, давай попробуем. Прикрывай меня, пока я перегружу это оборудование. Как только я начну, нацисты полезут наружу, поэтому будь наготове. Вот то, что разрушается тут все, это, конечно, прикольно сделано. Сколько же, ёлки-палки. Мне кажется, пора включать щит, потому что иначе они меня сметут. Стараюсь. Подожди, уже почти все. Еще чуть-чуть. Так и знал, что оттуда пойдут. Еще немного, Диджей. Ну что, готово? Кого-то призывают, смотри. Другие радиобашни. Есть тут одна, которая может тебя заинтересовать. Больше, чем это. Находится наверху. Какая? Радиостанции к юго-западу отсюда. Так, ты заминировал, да? Ну, понятно. Минус радиовышка. Так, брождение по городу. Как говорится, мое самое любимое, в кавычках. Ну, давайте отметим радиостанцию. Посмотрим, куда нам нужно идти. Ну, деловой центр нам нужно, да, пробираться сначала. Ох, в этом деловом центре, конечно, столько будет соперников. Ну да ладно. Так, Биджей, давай-ка немножко ускорься. Людей.
Так, с этими гранатами, ребята, уже реально перебор. Ну кто там еще-то? Так, а это кто? Это воздушный, по-моему, да? Чувак. Ладно. Надо расправиться сначала с остальными. Сейчас я взгляну на карту. Чтобы понимать вообще. Да не, ну это понятно. Там нам предлагают тенью воспользоваться, но мы здесь все пробежали, все открыли. В основном прохождение. Так, ну теперь нам сюда, да? Отлично. Ну что ж, мы вроде бы как не запутались. Уже хорошо. Мы замочили. Опять граната. Теперь вопрос, где эта вышка? Давайте заценим. Ага, радиостанция. Понятно. Она вот здесь у нас, да? Да, радиостанция. Что ж, посмотрим, что из себя представляет. Но если это очередная зачистка вышки. Ух ты, ребят, тут чилит, смотрите. Ну, держите. Скопление, конечно, очень большое. Укрытие! Граната, бежим! Смотрите, какие модики. Прикольно достаточно сделано. Не дает высунуться пока что. Ну да ладно. Видели его? Вперед, я
ищите. А сюда я могу зайти? О, могу. Но здесь ничего нету. Где-то глушилка, но я ее не вижу, если честно. Так, ну и? Какой-то музей. Не разбить экспонаты. Так. Ну окей. Давайте на второй этаж поднимемся. Угу. Это отключение силового поля. Нет, эту пушку я не хочу. Еще будут? Надо патрончики забрать. Сюда нам не пройти. И сюда не пройти. А вы как тут появились? Так. Вот это, конечно, месиво. Есть что-нибудь? Ну, патрончики есть. Золото можно взять. Так. Дальше нам по ящикам, понятное дело. Так, ну это оказывается секрет. Угу, понятно. Забираемся еще выше. Но сейчас мы, наверное, к радиовышке подойдем. Такое чувство. Ну, прикольно выглядит все, да. Я подумал, что это задание будет чистое, знаете. Чистая зачистка. А, в плане вышки. Добежать до одной вышки. Потом до другой. Ну, здесь вроде что-то интересное придумали авторы. Поэтому не зря мы взяли за эту миссию. Это шпион! Берем! Осторожно!
Да блин, зачем ты гранату-то выкинул? Жестко. Так, четвертый этаж. Нужно ли нам сюда? Ну да, по сути. Больше-то нам некуда. Сохранение игры. Давайте почитаем. Доктор, более мощный генератор, который необходим для управления башней передачи энергии тени, включен и работает стабильно. Сомнения в том, что корпус не сможет защитить хрупкие внутренние механизмы, оказались безосновательными. Так, ну мы на крыше. Интересно, от чего ящик отлетел, я так и не понял. Так, ну опять тут глушилка какая-то. Это нам не взять. Это понятно, но а где вы там, ребят? Ага. Интересно, что там такое у нас? Но я не попаду, да, туда? Ну да. Ладно. Что она от нас требует, как говорится? Давайте посмотрим. Да подожди ты. Кто-то там вещает бесконечно. Сейчас пока непонятно. Сейчас разберемся. Что нам там по задаче? Подняться на крышу через здание радиостанции, уничтожить радиошку. Да я бы с удовольствием. Да, можно пробраться, но понятно, что это бред. Скорее всего, тут надо что-то сделать. Так, ну держи. Гранат у меня нету. Так, ну понятно, надо просто, видимо, туда попасть. Отлично. По-моему, что-то сработало. Да. Не прошло и года, как говорится. Ну, теперь понятно. Так, а здесь у вас что?
Ну, по идее, нам туда просто интересно. А, здесь у нас тупик, окей. Так, опять заходим в здание. Капитан, можете сообщить высшему командованию о том, что странные сигналы, принимаемые возле башни передачи энергии тени, не должны вызывать беспокойство. Башня работает на полную мощность, и пока не произошло ничего плохого. Я знаю, что, по мнению книжников, получение такого количества энергии может разрушить тень. Однако, уверяю вас, что все в порядке. Какой экшен пошел. Блин, они просто бесконечны. Может, по башне нужно стрелять? Так, отлично. До свидания. Я, пожалуй, сюда залезу. Отдышусь. Там просто артобстрел начался. Не очень хочу выходить. Здесь не пройти, да? А чё, что будешь делать? Ну где этот летун? На, держи. Угу. Ну значит, нам как-то так. Здесь нужен щит. Нет, тут не нужен щит. Я думал, пар нас обожжет. Чувак просто выпал. По своим же стреляют. Сваливаем. Они вообще все тут разбомбили. Агент кружка Крейсау показал мне, как выводить из строя передающие башни, расставленные по всему городу. Кроме того, он рассказал о большой башне, расположенной на крыше радиостанции. Не знаю, для чего нацистам эти башни, но самые крупные из них они уже точно не смогут воспользоваться. Ну, кстати, неплохо платят за эту миссию. Так, ну и по сути все, да, я так понимаю. Ну, слушайте, здесь... Просто, видите, идут задания дальше по уничтожению башни. Это такой, знаете, дополнительный фарм. Я думаю, здесь ничего интересного не будет. Поэтому давайте доложим об успехам своих кружку Крейсау. И, собственно, на этом будем завершать.
Кстати, я пропускал. Окончательные модификации Цепелина близятся к завершению. Проследите за тем, чтобы все командиры частей получили информацию об отходе, как только мы вам об этом сообщим. Когда оружие начнет работу, его невозможно будет остановить. Поэтому, если какое-либо подразделение останется в Айзенштадте, его поглотит мощь Черного Солнца. Ну, понятно. Не могу пройти мимо. И опять они наплодили. Как же они любят вот эту фигню. Жесткий очень замес. Так, ну давай побыстрее иди. По-моему, перебор. Реально. Так, цитин чё. Так, кружок Крысао. Где он там находится? Давайте заценим. Так. Значит, вперед. Так, ну, как-то вот так вот получается. Так, кружок Крысао. Ну, если здесь, значит, ты скорбишь о ее гибели не меньше меня. Знаете, чего вы добились, разрушив радиобашню нацистов, Герр Блажкович? Вы сделали врага глухим и слепым. Это помешает им действовать быстро. Герр Блажкович, рад вас видеть. Думаю, Эрик отправился на конспиративную квартиру Золотого Рассвета, чтобы встретиться с вами. У него есть для вас важные сведения. Майн Гот, на нас напали! Слушай, я должен оставаться на связи, а ты... Так, ну, нападение на кружок Крысао мы уже видели в основном прохождении. Вот, собственно, такая вот миссия, которую мы пропустили, радиоволна. Ну, что могу сказать? В принципе, она служит для такого фарма. Не то чтобы она суперинтересная, но если проходите на очень сложном режиме игры, на котором мы... к примеру, проходили, то
такие миссии, наверное, жизненно необходимы, потому что они дают нам, во-первых, золото, а во-вторых, награда после миссии достаточно неплохая, там 750 баксов заплатили, так что, в принципе, я могу это посоветовать. Ну, плюс можно вот эти вышки потом, я так понимаю, по карте бегать и защищать. Вот. В принципе, неплохая дополнительная такая миссия, которую мы все-таки показали. Мы стараемся показывать максимум контента по игрушкам. Видите, у нас и шорты выходят стабильно. Так что, я думаю, в принципе, вам должно и понравиться данная миссия, если будете самостоятельно игрушку проходить. Увидимся чуть позже. Пока-пока.